охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота, брат, охота. А если вы бывали на привале у тех костров, что пламя греет ввысь, так вам таких там рассказов накидали, которым могут помниться всю жизнь. А-а-а. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота, брат, охота. И пусть медведь нам встретится в берлоге, патронташи у нас туги. Мы убьем лишь времечко до ноги, но нам охота снова, мужики. Охота, охота, брат, охота. Что-то уток не видно. Походу мы прозевали утреннюю зорьку. Все, сейчас выгружаемся. И прямо здесь и сидим, ждем. Там УАЗик на той стороне вон. Может, они уже здесь сидят в кустах, а может и нет. О, летят, 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 летят. Ого, ого, ого. Вот, 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 вот. Там, вот, там. Блин, все, все. Короче, идут сюда на посадку. Все, давай, выгружаемся. Приехали с сыном на охоту, на утиную охоту. По утренней зорьке. Ну, что-то, походу, мы опоздали. Ну, ладно, даже не опоздали, я что-то уток не вижу. Даже подъехали к озеру, не было уток. Расшугали всех. Уже как неделю охота идет. Так, ну сейчас тут вот замаскируемся на краю озера. Кому-то бы еще вот другому охотнику с того края бы гнать уток сюда, а мы бы туда. Ну ладно, пока нет никого. Будем сидеть. Сейчас поохотимся на озере. А потом, как солнце встанет, походим уже между озерами, поищем уток сами. А сейчас пока подождем. Натянем тут сеточку, чтобы нас сильно видно не было. И будем ждать. Когда подъехали, еще не успели выгрузить, а только-только подъехали, заглушили двигатель. Партия уток, блин, хотела сюда на озеро зайти, но увидела каракат, шум, наверное, и ушла в сторону. Так что утки-то летают. Просто их надо подождать. Ай, я запутался тут. А мы тут уток ждем и никак не дождемся. Посидим сейчас пару часиков, потом чай попьем, солнце уже выйдет, и потом походим, тут озер много, между озерами походим, там походим, по лесным озерам. Может, там нам удастся кого-то добыть, фортуна улыбнется. Но охота, конечно, чтобы и здесь нам что-то подфартило, хотя бы на лед увидеть. Ну, пока вообще тишина. Походу, местных уток всех передолбили, а северные еще не прилетели, перелетные. Либо ушли, сейчас ветра нету, ушли на речку, на речке сейчас кормятся. Ночью на озерах сидели, а сейчас на речке. Ну, вечером в прошлом году это озеро вообще, блин, так шикарно работало. Да и смотрю, тут натоптано тоже очень сильно. Так что вечером, наверное, тут тоже охотятся. А с утра оно и в прошлом году плохо было. Налетов не было с утра. Сейчас в этом году тоже налетов нету. Но все равно
Один-то должен быть. Блин, чурки сели. Дурак. Хотел хорошо прицелиться, а потом, когда уже взлетели на фоне травы, уже и плохо вижу. Не уверен был и не стрелял. И улетели. Эй, не люблю я чирков стрелять. Маленький слишком, блин. Надо крякву, шилохвоста, широконоску. Вот таких больших уток. А эти, ну, хотя, тоже утка. Блин, так сели хорошо, да, напротив? Нет, я решил привстать. Надо было сидя и стрелять. Вот. Просто боюсь просто так стрелять без стопроцентной уверенности. И потом так и получается. Ну, налет уже был. Можно сказать, мы были на охоте. Угу. Уже уток видели. Ты хоть успел увидеть? Да, вот. Когда они взлетели, вообще я хотел. Угу. И знаешь что? Если хочешь уток увидеть, надо положить ружье и налить чай. Потому что всегда, когда пьешь чай, зверь появляется. Потому что ты его не ждешь. Блин, баханку, они все на баханку летят. Хлеб с колбасой будешь? Да. Раз утка не летит к нам, то мы пойдем к утке. Пошли ее искать. Нет ее. К нам не хочет она лететь. Ноги начинают замерзать. Так что пойдем ходить. Брат, охота, охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота, охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота, брат, охота. А жизнь, она такая городская, кипучая, как в чайничке вода. И люди, а радостно мечтая, бегут, бегут, но сами не знают, куда. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота на охоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота. А мужикам охота на охоту. А мужикам охота по болоту. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, брат, охота, брат, охота. Да в дальнюю стороночку нести свою двустволочку. Охота, свою двустволочку, брат, охота. Охота, брат, охота, брат, охота. Охота, брат, охота, брат, охота. Mm-hmm.
Да, кто-то летом. Летом шалаш строили. Из нетканки. Все цивильно. Ну, дети. Ну, с детьми, наверное, отдыхали, да? Одеяло, мангал, чурочки. Ну, кто-то отдыхал летом. На речке рыбачил, ночевали. Шалашик замаскировали. Тут каждый не посадил. Ну. Мы заметили. Пили вино. Таежный роман сыктывкарского производства. Один-два раза и были, наверное, здесь. Потому что, может, даже один раз и были, а потом и перестали ходить. Костровище слабое, пепла мало. И травянистая такая местность, тут их комары бы сожрали. Где мало травы, там помогут мало, да? Да. Ух ты, там еще партия, вон еще две. Ну, короче, утку-то мы подстрелили, но чайка нам сейчас ее не даст забрать. Так бы веревка у нас есть ее достать, но собака нам сейчас у нас отберет. Ох, какой красивый был выстрел! Видишь утку? Все, тихо. Надо, чтобы чайка ее не увидела. Сейчас ее ветром прижмет к берегу. И мы ее заберем. Все, потихоньку пошли. Только главное ее из виду не потерять. Так, ну что? Жерди есть. Пускай. Тут бобровая трасса. Так, жердь. Ой, как раз палка нужная. Чайка, мы утку не поймем, мы не подстрелили утку, нету, иди. Иди, промазали мы, иди погуляй.
это озеро. Блин. Красиво, наверное. Навал. Чайка! Да не зови, не зови, она говорит, все равно не послушается. Так, 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 давай, цепляйся. Уйди! Это моя утка. Я в нее стрелял. Значит, моя. А, какой-то чирок. Вот она. С полем нас первая утка. Это чирок. Только какой? Трескунок или свистунок, я уже забыл. На нем еще и пиявка. Блин. Уйди отсюда. Вон там плавает. Ну, с полем. Вот такая вот уточка. Крыло я перебил. Все, чай пьем, отдыхаем. Ну что, попили чай, взбодрились, набрали сил. Мы сейчас посмотрели, там вот штук 10-12 уток, метров 300 отсюда плавают. Сейчас будем потихоньку подходить и попробуем этих уток добыть. Ну только этих и все, если не получится, потом сразу разворачиваемся и идем домой. Уже 9 утра, а мы в 3 утра выехали из дома. Уже 9 утра, 6 часов, короче, на ногах. Планы-то были все на озере, на утренней тяге пострелять. Полторы пачки патронов взяли. Думали, блин, канонаду устроим. Не получилось, ни одной утки не было. Были 3 утки, 3 черка сели. Я даже выстрелить не успел, они улетели. Ладно, все, сейчас идем. За теми утками попробуем. Все, пошли. Это, сынок, кожух от косы. Да, мы уже одну такую находили, новую, это старая. Трактористы, когда траву косили раньше. От них защита? Защита, да, ремни там. Что у меня в куме здесь там? Что-то будет. Смотри, маленькая лодка. Дыркой. Так, сюда поставлю. Сюда сейчас на каракате подъедем, загрузим и поедем домой. Ну-ка, давай, сориентируйся. Вот там он у нас, вот тут, за лесом. Ага. Вот тут медведь ходит. Ну конечно, что
железяку охраняет. Нам можно. Ну что, ребята, охоту на сегодня мы закончили. Добыли одну утку. Конечно, планировал я вообще хоть побольше, очень даже побольше. Но что-то уток нету. Не ожидал я такого результата, конечно. Ну что, мы не расстраиваемся, да, сына? Проветрились, прогулялись, походили по лесу. Нашли новые места перспективные, как для охоты, так и для фотоохоты. А хорошим бонусом в конце нам стал вот такой вот кожух от косилки. Сейчас аккуратно все загрузим, чай попьем. И вон туда, на холме, вон там деревня, туда поедем. Там наш дом. А утки... Пускай пока летают. Мы еще на охоту на вечернюю зорьку сходим когда-нибудь. Я думаю, на этом озере вечером утка будет. С утра что-то нету. А вечером, как в прошлом году, вечером было стабильно много, а утром не было. Ладно, всем спасибо, всем пока. До новых встреч.